Шестой день похода, выходим на маршрут. Уже 6 дней мы просто уже одичали. Настолько слились с природой, что уже прям мы стали частью ее. Такой маленький, такой сидит, и такая маленькая девочка его толкает. Сидит барин, да? Капитан таки должны быть. Капитан должен правильно руководить матросом. Давай я вас оттолкну. Такие маленькие речушки нам все время нравились. Они такие как... Шашли снова, гора видовая такая, надо подняться будет. Здесь гора очень такая, она знаковая в этом месте. Железная дорога под ней проходит, виадук такой старинный, из таких блоков гранитных. Монументальное такое сооружение. Что там, пещера? Ого! Дима там. Что, далеко идет, Дима? Ого! Здесь в горе пещера. И вот прям мел-мел. То есть внутренность. Значит, мы в внутренности этой горы. Но здесь много. Здесь, наверное, выработка была. Может, это какой-то типа монастыря было? Ну да, смотри. Явно монастырь. Ого. Подожди, сейчас. Что-то такое нашли непонятное. Ступеньки вниз. Это прям мы просто пошли на вершину горы подняться. И нашли пещеру. Как потом найти обратный выход бы? Вот здесь такая икона в пещере. Хорошо, телефон у нас вот с собой. Здесь много ходов. Да, нас... так мы же в один ушли, а там еще какой-то да. Пошел, что-то я туда положу. А, выход нашли. Вот. Пойдем скорее. Ого. Такой резкий наклон идет под гору вниз. Прям крутой спуск. Вот сколько мы подняли сейчас на гору, спускаемся почти очень такой круто. Же, да, очень круто вниз. Но это не выработки, это вот прям реально просто кто-то рыл эти пещеры. А вот лик Иисуса вот здесь. Ой, там туда уже, наверное, не пойдем. Какой-то древний храм. Ну, я думаю, все изучать, наверное, ее не будем. А то она круто прям в гору. Просто можно сейчас потом... Мы под дом спустимся. Это какой-то древний храм, наверное. Ну и видишь? Потому что это не добывали, это не каменоломник какие-то. Это... Видишь, это же как монастырь вот, в Дивногорье, там тоже он вырублен в скалах. Стены все темные, видишь, темные. Значит, видимо, коптили, ну, костры все тогда и... А вот мышь летучая. Вот летучая мышь. Ладно, не будем тревожить мышей. Такой резкий набор. Прям. Мы сколько на гору поднялись, мы столько же спустились в гору сейчас. Вот. Потом посмотрим на карте и скажем, что это за гора и что это здесь за пещера. Гора Шатрище называется. Как называется? Шатрище. Гора называется Шатрище. Фух. Тут свет в конце тоннеля. Опля. Фух. И вот река, по которой мы сплавляемся. Получается, вот гора, а вниз идет, вниз. Вот тоже пещера, это один из коридоров здесь заканчивается. Дон красивый. Мы следуя пещеру, думали, какой-то выход будет под этой горой. А вот город Лиски на горизонте, куда мы сейчас идем. Волшебный вид. Но вот это, наверное, не заливные все-таки луга, видишь, высокий берег. Видно не видно. Ага, а вон АЭС видно вдалеке. Дым АЭС, где мы пришли откуда. Чадит еще с Гордилем. Ага. А вон ЛПДС какая-то. И в городе Лиски такая церковь прямо отсюда очень светится. Скажи, Лен, про пещеру. В пещере было очень интересно. Там столько ходов, но мы прошли не по всем, но было очень плохо. Не зря сходили, столько получили эмоций, интересности всем людям.
На подходе к Лискому такие живописные пейзажи, пейзажные горы. Проходим мост, который соединяет Ростов с Москвой. Такой стратегический объект через реку Дон. Это город Лиски. Остался немножко в стороне у нас. Здесь два моста на самом деле. Речной порт города Лиски. Здесь такие старинные краны, такие на четырех ножках заброшенные. Даже один он с деревянным корпусом стоит. Нам нужно километров 5 пройти, отойти от города, чтобы, ну, подальше от цивилизации. И будем останавливаться и дожидаться ребят. Они завтра к обеду к нам должны приехать. Тоже вторая группа из Краснодара. Черемуха прям в воду опускается. Ароматы стоят черемуховые. Миша вяжет лодки все. Вот так мы припарковали. Выносить не будем. У нас на высоком берегу сегодня стоянка. Это мы вышли за город Лиски. Чуля, нравится поляна? Шикарную такую поляну нашли. Вон там у нас будет костер, а здесь будет палаточки. Такой простор. И вид. На противоположном берегу горы. Седьмой день похода, мы в районе города Лиски. У нас сегодня присоединяется к нам еще группа туристов с Краснодара. У них только начало похода, у нас продолжение. Мы прошли 130 километров. Мы успели, мы стремились попасть сюда, потому что мы будем их сегодня встречать. Такой утренний кофе. Еще пожарим картошечку сейчас. Нам часов еще, часа 4, они уже подойдут, и мы дальше с ними продолжим маршрут. Ленка такая красота пришла наша, помытая вся. Голову помытая. Девочкам проблемы, походи голову мыть. Это муравейник. Там печенье, сгущенка, зефирки и шоколад. Сегодня завершен первый этап нашего путешествия по Дону. От Воронежа до города Лиски Дон, конечно, удивил. Я слышал про то, что там красиво. Ну, думал, степная река. Подумаешь, что там такого удивительного. У нас Кубань такая же. Но нет, Дон оказался гораздо ярче. И превзошел все ожидания. Высокие правые берега, обрывистые меловые скалы, просто роскошно. Порой он напоминал Кавказские горы, порой напоминал Крымские горы в Бахчисарайском районе. Шикарные виды, зеленые луга, пасущиеся коровы. Единственная ассоциация, которая у нас сразу же родилась у всех, что это Швейцария. Очень яркая зелень, май, она только все распускается, деревья еще цветут, хотя в Краснодаре уже все отцвели практически. Запахи, разнотравье, шикарные дорожки. Мы приметили для себя этот регион как потенциально возможный для велопоходов, потому что идеальные грунтовые дороги вдоль реки, куча классных стоянок на высоком берегу. В общем, сегодняшний день мы продолжаем уже большим составом наш поход. Дальше расскажем, как он будет проходить. Опа! Пока ждем группу. Здесь другая группа под названием «Морячок». Почему «Морячок»? Наверное, по ним видно. На обед приготовили жареную картошку. Давай, кисло майора. Картошечка будет вот такой скумбрии у нас. О, на таком обеде можно потом сутки грести. На жуше сел жук. Был красивый жук. Вот пришла наша еще одна байдарка. Четвертая. Еще две должны быть в отходе. 6 дней мы шли тремя байдарками. Сейчас у нас будет 6 байдарок. Вот они, еще 2 туриста одних подходят к нам. Орлики! Встреча на Эльбе. Ты забрызганный весь какой-то. О, еще и мокренький. Макрицы. Поздравляю. Здорово. С званием капитана. Да, он хорошо. Андрюха, привет. С прошедшим тебя. Будь здоров. Спасибо. Будь счастлив. Уже у нас 5 байдарок. Экипаж с ребятенышем, тоже оранжевый Одиссей. Сейчас у нас зеленый Одиссей, серый Одиссей, 3 оранжевых, еще оранжевый на подходе. 6-я наша байдарка, и продолжаем дальше путь. Вот, в этой 2 ребятеныша. Красавчики! Ну все, идем дальше. Ребятеныши, здесь целая байдарка. Наш флот разросся. Таким большим экипажем мы еще не ходили. Так,
соревнования по гребле. Ага, флот такой. У каждого своя дорожка. Вау! Намечается мега-сцепка. Большой команда тоже интересно идти. Дон крутит здесь вот такие водовороты. Да, здесь мы вошли в протоку, сокращаем 3 километра примерно. Нет. И она уже узкая, красивая будет. Березка свесилась у нас на пути. Красота же, красота. Пейзажи открываются, тоже красивые берега, небольшой залом, и оттуда прям такая струя вытекает. О, прям здесь течение такое, прям вау, какие берега, ребята. И водовороты здесь прям такие, у-у-у. Закручивает. Ага. Протока подходит к деревне Щучье, вот показались первые дома, супер живописное место. Меня особенно восхитили огромные серебристые тополя. Вот они, высоченные серебристые тополя, вон они, вот они, серебряного цвета. Вот он, тополь серебристый Комарова. Ну, может, не Комарова, но точно это тополь серебристый. Еще у нас впереди один понтонный мост, но у него подняты бока, поэтому мы легко и непринужденно пройдем. Пока девочки пошли в магазин в село Щучье, здесь совещание капитанов. Думаем пройти или справа, или слева. Но мы и между понтонами проходили, то есть нормально. Что, совещание капитанов, да? Капитулируем. Раз, капитан, два, три, четыре, пять. Деревни идут. О, таком. Видон у вас вообще деревенские девчонки, да, там? А, вас за своих там приняли, да? А? Деревня классная. Она как европейская какая-то. Там прям дорожки такие выложены. Она такая прям ровненькая какая-то. У них там паструночки такие, прям асфальтик. Там, говорят, какой-то комбинат немец построил, поэтому вот он в своем... Не, прям прикольная деревня такая, чистая. Ну, надо почитать, да. Говорят, какой-то немец там построил комбинат. И вот он это облагородил, эту деревню в Щучье, в Воронежской области. Здесь тоже опять приходится немножко наклоняться. Вообще шикарный. Это плакучая ива. Вот она здесь стоит, правда? Уже 7 часов вечера, мы уже стали беспокоиться, потому что шли-шли, здесь такие леса дремучие. Думали, не найдем места для ночевки. Ну, уже по сумеркам искать. И тут нам такая поляна открылась, живописная. То есть у нас сегодня, наверное, штук 8 палаток будет. Вот наш весь флот. И причаливать хорошо, мягенькая травка и дров навалом. Сейчас идет вечернее обустройство лагеря. Вот такие прекрасные вечера на Дону. Здесь само русло, и туда идет, вправо идет залив. Лагерь уже обустроен. Обязательно натягиваем вот такую веревку длинную, чтобы она на салон проходила, и вешаем. Ну, каждый экипаж берет по фонарику. Любой модели, чтобы он... Вот такой с декатлоном есть модель. Кухня работает. У нас кухонные столики. У нас будет сегодня солянка, сборная мясная, так как у нас сегодня сбор группы, праздничный ужин. А здесь банда ребятенышей, их трое здесь. А Егу вход запрещен, поэтому... Почему ему вход запрещен? Ну, это же моя, это моя база, я ее сделал. Да, Марк такой, база, он уже во всех походах с нами. Я придумал, я ее сделал, и поэтому вход запрещен. Самый известный путешественник. О, Дима тоже уже начинающий путешественник. Проявляет себя очень хорошо. Собирает дрова, колет их. Тебе молодец, не запрещен. Дима. Думаю, тебе походы понравятся, и ты будешь дальше продолжать путешествовать по просторам нашей Родины. Как же здесь красиво. Какие краски природы. Солнышко садится, начинает холодать. И у нас будет жаркий костер. Сегодня общение
чую, будет очень много, потому что много людей, много эмоций. Будет, думаю, весело. Гитары, ребята еще барабан привезли с собой. Мар, чья база это? Это моя! Смотри, аккуратно, ты бахнешь меня по голове. У них своя базу куда-то строят. Ладно, пойду к взрослым. Каждый по-своему что-то занимает своими делами в лагере. Ну вот у нас праздничная соляночка. Юлечка будет сейчас раздавать. Половник мы забыли, поэтому будем мы... Выкручиваться чем можно. Да, выкручиваться моей кружкой, как всегда. Вечерами перепад температур, днем плюс 20, вечером до нуля. Вот так мы вечерами выживаем у костра. Восьмой день похода, собираемся выходить на воду. Идут утренние сборы. Подъем был в 7, выход в 10 у нас. Так и всегда получается. Сегодня тоже красивые берега, обрывы, домики на лужайках. Здесь река делает такой резкий поворот влево. Вот люди живут и сразу себе беседочки такие строят на склонах. Сегодня зеркальный день. Деревья, лодки, небо отражается в реке. Живописненько так. Слева берег такой из белого песка, справа холмистые горы. И вот ребята на сцепке, мы к ним подгребаем. Как правило, мы 45 минут идем, 15 отдыхаем, ходки. За 45 минут мы проходим, как правило, 7-10 километров. Иногда 5, смотря какой ветер. Пипикни нам! О, спасибо! Впервые за время нашего похода сосновый лес подходит так близко. Здесь слева хребтик, вот слева идет хребтик, и он весь в сосновом лесу, и он участочек выходит. Сосны какое-то радостное дерево. Как говорят, в березовом лесу жениться, в сосновом веселиться, в еловом удавиться. Такое описание природных лесов. Нет, ну красота же, когда сосенки. Красота? Красота. Здесь уже прям не похоже на дом, это средняя полоса России. Вот у нас обеденный перерыв, обеденная сцепка. Ну что, первый пошел? Готов. Ох, как красиво пошел. О, ну как, водичка? Потерял штаны. Ищи. Да, уже выплыл. Холодно. Что, студеная водица? Барсел – губитель дна. Плавкран, да. Он может углублять, он может поднимать. Жилые помещения, видишь, прикольно. Раз такие жилые помещения. Не, прикольно, беседочка у них своя там, лодочка. А это, знаешь, это катамаран. Самоходный, скорее всего, потому что у него нету за что толкать его. Аппарели нет. Называется корабль модель ДТС-4. Ну, прорывная модель, смотри, суперсовременный, блин. Обмен, да? Лет, наверное, 30 ему 40 уже. Папа глубже. Причали на бережку, думали, что за ветки здесь порублены. А это вот бобры. Вот они зубами вот так. Это бобровая работа. Вот зубами он. Это не топором так не сделаешь, ни ножом не сделаешь. Вот бревнышко берет, такой раз, отгрызает его вот так. И потом куда-то где-то строит плотинку себе. Не знаю, где они надо мной делают плотину, но это бобровая работа. Но вот таких пляжей у нас все больше и больше на маршруте. Первые дни 5 их не было вообще. Сейчас прям шикарные пляжи, все забито рыбаками. Сегодня 8 мая, поэтому людей выходные много. И погода тем более благоволит нам, и нам, и рыбакам. Здесь у нас обрывистый берег, правый берег Дона, и ласточки кружатся. Им здесь хорошо, куча мотыля летает, они его ловят и сразу в гнезда своим этим прожорливым птенцам несут. У них такие норки здесь. Вон они сидят, прям в них, видишь, вон они. Я первый раз такой вижу. Ну да, они прям сидят там толпами. Толпами. Сегодня у нас такой пробег, мне кажется, мы идем на рекорд. Но вечером еще уточним у нашего штурмана. Но прям уже с утра до вечера гребем, уже время к 6 ближе. Вот до такой мы красоты дошли. Сейчас будем место на стоянку искать. Может быть, с видом таким. Хотелось бы.
Не думал, что такие горы есть на Дону. Думал, они только на Урале такие горы. Вот вдоль рек, такие горные хребты, скальные. Здесь вот тоже такие, оказывается, бывают. Сегодня у нас рекорд нашего похода. Прошли очень много километров. Сейчас я спрошу у нашего штурмана. Вот Юлечка у нас главный штурман. Что ты скажешь, что у нас сегодня с километражом? Ну, мы сегодня покорили рекорд этого похода. 38-39 километров было пройдено. А предыдущий сколько? Рекорд. Предыдущий рекорд, сейчас посмотрим, у меня тут все записано. 33. Еще два было. Сегодня 39. Мы молодцы. Мы молодцы! У нас возле лагеря вот такая купель, колодец. Колодец с водой, прямо на берегу. Поднимем ведерочко. О, холодная колодезная вода. И вот такая воронка наливать, наверное. А, для чего это сделано, непонятно. Конструкция. Сегодня девочек решили освободить от готовки. Ребята готовят басму. Сейчас они вон там все это нарезают. Ой, компашкой. Готовятся овощи. А, ты имеешь. Ребята сходили на колодец за водой. Вода чистейшая, прям родниковая. Ну, басму как готовить? Смотрите, у нас на канале мы уже давно это показывали. Можно сказать, тысячу раз. Сейчас мы готовим на тушенке, поэтому дно казана смазали чуть-чуть тушеночным жиром. Лучок. Так, капусту на басму несем. Вот такими слоями прям тушеночка у нас. Положили слой тушенки, потом бурячок и вместе с чесночком. Это новый экспериментальный бурячок. Ну, я прям хочу, мне уже прям хочется вкус почувствовать. Посолили, добавили кукурузки. Дальше добавляем картошечки. Ну, не всю, я думаю, что капусту надо сначала немножечко. Потом на картошку капусту. Только Юлечка у нас может такую консистенцию делать, да? Потому что я думаю, что... Она рубает так на засол. У нас 9 мая, и мы отдаем память нашим дедам, которые наши воевали с нашей великой родиной. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла судьба нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. И сегодня 9 мая, собрали лагерь, навели порядочек на стоянке. И самое интересное, что у нас, который мы вчера обнаружили святой источник, мы сегодня в нем купались. Все практически искупались, освежились, взбодрились. Все, идем дальше. Сегодня по прогнозу дождь. Но нам все равно сегодня 30-ку надо пройти, наверное. Будем стремиться к нашим целям. В соседней байдарке завелся кукушонок. Приближаемся к плоту, на которых тоже по Дону сплавляются. Такой дом на воде. Там палатки, комнаты. Дон плот. О, у них там скамеечки, кухни. Все по красоте. Серьезно? Да. Это вам не это. Прошли плоты, и тут же у нас теплоход. Экскурсионный, похоже, но пока без экскурсий. Ну как его сюда занесло, вообще непонятно. Красота. Прям шквал идет такой. Ветреный и тучный. Сейчас, наверное, бахнет. Мы сцепили, чтобы шквал переждать на сцепке. Дождь переждаем в сцепке. Суровенько сегодня. Да, попробуем. Нас... Ну, мы прошли уже десяточку. Вот что там. Суровенько сегодня мы все причалили. Хотим одеть на себя теплые вещи. Утром жарило-жарило, парило-парило, потом прям сильно похолодало.
Впервые за весь поход у нас такая погода. Сегодня 9 мая, прям дождь, ливень, ураганный ветер. Вот, пришлось выбрасываться, дети так перемерзли, но они мокрые сидят, ладно, там взрослые гребут. Вот мы ради детей выбросились на берег, просто дичайший берег. Дождь прекратился, слава богу. Нашли, ну не стоянку, ну просто вот такая высокая трава. Будем пытаться сейчас ее обживать. Ну, а люди все сделают. Люди обживут любые места. Если взрослые замерзли уже на самом деле. Все собирают дрова, чтобы костер. Сейчас первым делом костер теплый, горячий. Главное в этом деле это сделать костер теплый. У кого-то шутка мокрая. У Олега? У нас здесь клуб мокрые жопки. Да, ваши мокрые жопки парят уже. Сейчас взлетите. Я не пойму, там проткнуло где-то сзади. Пытаюсь найти. Прям горит хорошо. Хотя непогода нас вынудила остановиться в таком дичайшем месте, но мы уже обживаемся, выглянуло солнышко. Мы сегодня проплывали, и там стояли три плота, на которых сплавляют по Дону туристов. И сейчас они будут мимо нас проплывать, мы их хотим встретить, поставить музыку. Сегодня с прекрасным видом, стоянка, правда, в глубине леса, но вот вид у нас сегодня. Там горы, с той стороны горы, облака красивые. Ну все, жизнь налаживается. Главное, вот вышли, когда очень все перемерзли, первым делом надо разводить костер. Сразу костер жаркий такой, пионерский, настоящий, чтобы все высохли, у всех сразу поднимается настроение. Все, и дальше уже можно заниматься делами, палатки ставить. Ну и вообще в любом походе, это первое, это сбор дров, там, где разрешаются костры жечь. Собрать дрова, первым делом общественное, а потом уже личное. Вот, мы здесь такое сделали смотровую себе, и с музыкой будем встречать сейчас проходящие плоты. Тренируемся. Репетируем встречу торжественную. Блин, они так все, они еще три сцепили, да? Флаг держу. А я шагаю. Такие плоты не каждый день увидишь, поэтому мы хотим прям посмотреть. Такая махина плывет по реке Дон, по самым живописным местам. Встречаем плот такой. Сегодня 9 мая, и они проходят такой, и мы в таком месте красивом стоим живописно. О, с праздником! Привет! С праздником! Посмотрите вас на канале «Сею позитив». Да, мы вас записаем в блоге. Вот и подходит к концу наш сплав по Дону. Впечатлений набрались, как обычно, много. Хотелось бы отметить какие-то особенные достопримечательности, которые именно впечатлили в этом походе. Впечатлила природа, это густые леса по берегам, это широченная река. Она такая тихая и какая-то такая спокойная. Не зря говорят «тихий Дон». И ты понимаешь, что под тобой там глубина, река, мощь. Повезло с погодой, было солнечно, были синее небо, облака, зелень. Сейчас май, и все такое зеленое, яркое, сочное, красивое. Впечатлили очень горы меловые, таких я еще не видела, это прям как будто бы выступы скальные такие породы мела. Особенно хотелось бы отметить одну гору, на которой мы поднимались, с пещерой. Ты поднимаешься на гору, и там внутри пещеры, и ты спускаешься по этой пещере вниз. Тоже такие... прям тоннель, ну вы все видели уже, но это прям было очень впечатлительно.
волнительно даже, я бы сказала. Клаустрофобом туда нельзя. Чем для меня был знаменателен Дон, это тем, что я здесь увидела очень много разновидностей птиц, животных, которых я никогда в живой природе раньше не видела. Таких, как... Это было очень много соколы, орлы, они планируют над тобой. Это было прям очень красиво наблюдать жизнь. Видели очень красивую птичку, сказали, что зовут ее зимородок. Она такого прям бирюзового цвета, яркого, и с оранжевым пузиком. Видели бобров, видели ужа, видели лисят. Мы просто проплываем берег, и там лисята маленькие, их там так много. Они такие милые, такие. В дикой природе увидеть целую толпу маленьких лисят, которые тоже такие заинтересованы, смотрят на нас. У нас есть бинокль, я посмотрела, они прям такие стоят, ушки на макушке, смотрят на тебя. Это так классно. Одна природа смотрит на другую. Они такие милые. Прекрасная компания, прекрасная погода, прекрасный поход по Дону сложился у нас в очередной раз. И сегодня у нас вот столько карасей. Будет у нас сегодня жареха. Майор, а у тебя что там, сгущенка что ли? А, ну отдай, ладно, подойди им, скажи, что нам поедет сгущенка. Итак, сегодня последний день нашего похода. Завтра мы уже уезжаем в Краснодар. В этом походе мы покорили реку Дон с ее меловыми скалами, прекрасными пейзажами. Конечно, у нас был и встречный ветер, был и попутный, который нас очень сильно гнал вперед, помогая нам увидеть очень много красот. Также мы сегодня очень сильно намокли. Впечатлений уйма. Добавим Ленке работы. Это был Миша. Он уже побежал чистить рыбу, которую майор только что показывал. В общем, Дон нас приятно удивил. Нам очень понравилось. Мы теперь хотим сюда на велопоход. Сейчас мы будем делать салатик и мохин-тохин с жареной рыбкой. Будет очень все вкусно. Пока. Привет, меня зовут Дима. Мне 8,5 лет. Сегодня я в первый раз в водном походе. У меня масса впечатлений, но больше всего мне понравилось плавать, смотреть на природу, смотреть на солнышко, сидеть в байдарке. Это просто бум. Советую ходить на природу, быть на природе. Это очень хорошо для здоровья и для всего в принципе. Чистая трава, никакого мусора, ну почти. Птички поют. Наслаждайтесь этим. Вот Вова, например, видел оленя. Где вы такого увидите? Дома в телефоне? Нет. Съездите на природу и посмотрите на настоящих животных. Насладитесь, как поют птицы. Посмотрите на яркое солнышко. Вот оно. Пожарьте рыбу, пожарьте стейки, пожарьте мясо. Что захотите, делайте. Но на природу ездить надо. Это полезно для здоровья, для организма, для всего это полезно. Слушайте, ну для первого похода на байдарке ощущения великолепные, ни капли каких-то сожалений, разочарований, опасения были, там опасения были, что мы с ребенком, но настолько офигенная природа, офигенные виды, виды с воды, они намного, ну не то чтобы лучше, но они совсем другие, не такие как с суши. Это интересно, ты прям идешь и ты прям в сердце всего находишься. Ты смотришь на один берег, на другой, на воду. Да даже прекрасно смотреть, это просто как весло зачерпывает эту воду. Там пузырики, какие-то улитки поплыли. То есть все вызывает определенный восторг. То есть, ну, первый раз он вообще волшебный, безусловно. Компания подобралась настолько интересная, что все так как единый слаженный организм. Это здорово, потому что все в ответе друг за друга. У всех есть желание друг другу где-то подсобить, помочь. И поэтому все настолько гладкое, вот я же говорю, как единый организм, оно такой симбиоз удавшийся. Сижу сейчас, понимаю, что я там, может быть, выгляжу как-то неудачно, потому что я несколько дней до на себя в зеркало не смотрела, там волосы какие-то потрепанные, там, естественно, там непонятно, что с лицом, но это настолько неважно, потому что ты полон этим воздухом, этой красотой. Это, ну, идиллия, по-другому не назвать. Спасибо, что пригласили нас, это было очень интересно. Было и будет еще, это еще не конец. Дождь не разочаровал, не расстроил. Моментально вышло солнце следом за дождем.
моментально разожгли костер, уже всем тепло, весело, все общаются. Просто ты едешь и каждую секунду наслаждаешься. Дождь, да ничего, накинули капюшоны, поплыли. Холодно, да ничего, утеплились поближе к костру, пододвинулись. И все вызывает восторг. А еда, ребята, отдельное, отдельное спасибо за еду. Это просто дары богов. Все очень классно. Спасибо за компанию, спасибо за, я же говорю, за опыт, за возможность увидеть то, что, естественно, ты бы не увидел ни дома, ни с каким-то коммерческим туром. Привет, подписчики канала «Сею позитив». Вот и состоялся наш первый водный поход по реке Дон. Мы давно планировали и ждали этого момента, чтобы сплавиться с командой борщей. Ребят знаем давно, катали на велосипедах с ними не один раз. Но водный поход именно многодневный, да еще и с детем, мы пошли впервые. Впечатлений, конечно, масса. Первые два дня погода просто блистала. Второй день вообще супер, ни ветра, просто очень тепло. Дон поражал своими видами какими-то безумными, постоянно сменяющимися деревьями. Даже местами были сосны. А вот третий день, то есть сегодняшний, это был, конечно, день контрастов. С утра супер яркая, жаркая, душная погода, солнце просто нас испепеляло. Мы купались в купели, в которой температура воды была 9 градусов. После этого мы вышли на воду и началось. Зашла туча, пошел дождь и поливал нас почти всю дорогу. В общем, впечатлений безумное количество. Это супер интересно, супер классно. Велосипед очень крутая штука, но все-таки байдарка дарит гораздо больше эмоций и в плане видов, в плане живописности. Ну, это новый опыт, очень интересный. Всегда хотел, очень ждем Карелию. Всем респекты, удачи и пока. Это очень интересный водный поход. Мы делали салаз, разжигая гигантский костер. Было очень звездное небо, падала звезда, и мама загадала мое желание. И еще мы попали под дождь. И промокли до трусов, а обедаем мы прямо на воде. Сейчас папа готовит ужин на всю команду. Тебе было трудно в этом походе? Надо подумать. Но мне понравилось только то, что на разных берегах плыли с одного берега на другой, с другого на другой. Только не нравится то, что... вода на меня брызгает. Теперь я хочу поехать как маг в поход по Севелу. Что для вас путешествие? Для меня что-то новое, открытие чего-то интересного. Мы сейчас в Воронежской области. Что я знал о ней ранее? Ну, это какая-то там вот территория по дороге от Краснодара к Москве на середине. Здесь очень интересно. Мы идем сейчас по Дону. Дон — это такая река, которая, ну, по ширине она примерно как Кубань у нас в среднем течении. Быстрое течение, хорошо несет. Очень интересный рельеф в Воронежской области. Овраги или балки, не знаю, как это называть. Плюс 30 метров, минус 30, плюс 30, минус 30. Меловые горы, огромное количество леса, сухостоя, куча рыбаков кругом. Мне очень понравилось. Я не ожидал такого эффекта. Весна, День Победы, всех с праздником. Завтра окончание похода, мы 9 дней идем уже по Дону. Хочу сказать свое мнение об этой реке. Мы были впечатлены. Мы первый раз сплавляемся так долго просто по равнинной реке. Мы поняли, что мы не зря сюда поехали. Река интересная. Ну, мы на полное впечатление возвращаемся. Немножко грустно, потому что снова цивилизация. Здесь еще много вот такой походной дичи. Такие вот прекрасные закаты каждый день наблюдать. Мы уже на 10-й день, мы уже слились с природой максимально. Это в любом походе, после 10 дней, ты уже как бы являешься частью природы. И мы уже прекрасно спим, прекрасно отдыхаем, не устаем вообще. Поход удался, мы счастливы, все было здорово. За столь прекрасный день, за праздник Победы, за это прекрасное, замечательное будущее видео, обращаюсь к Лене. И когда это видео выйдет, я знаю, у вас есть традиция прекрасно собираться.
А еще есть традиция, про которую вчера майор сказал, что мы должны повезти в жаровню. Давайте сделаем по-другому. Когда будет готов ролик, мы приглашаем вас всех к себе в гости. И дома посмотрим ролик. Ну и как бы... И прожарим вас вместо жаровни. Давайте. Ура! Давайте, да? С праздником. Теперь осталось дождаться. Ну вот, вроде бы высадились, была дичь-дичь, лагерь обустроили, тесненько, конечно, но у нас храпящих нет. И здесь же и стол, и костер, и оборудовали поляну. И тут же вот берег реки, тут же байдарчики стоят. Прекрасный вечер. 10 утра, выходим на воду. У нас сегодня 90-й день похода, заключительный. Нам пройти буквально километров 10-15. Мы уезжаем по трассе М4, нас забирает уже автобус. Посмотрим, где дорога максимально примыкает к реке, и там будем высаживаться. Когда крутой берег, мы сначала загружаем одну герму, опускаем ее в воду, следующую герму, снова в воду дальше, и потом уже переднюю герму, и она на воде. Потом веревка подтягиваем, мы уже прыгаем. Вот в таком живописном месте у нас антистапель соснового леса. Заключительные метры нашего 10-дневного путешествия. Да, мы вышли. Мы давно мечтали, чтобы у нас вот берег у нас примыкал к лесу. И вот здесь такой сосновый лес, но здесь нас уже будут забирать. К сожалению, антистабель. Я бы еще не гильку. А это не посадка, это лес настоящий. Но и здесь много, они были, пока мы плыли, они были на горизонте, эти леса, видны. А-ля Карелия. Между нами пришел такой красивый автобус, новенький. Сейчас моем байдарки, обязательное условие, потому что там за 10 дней похода очень много глины, грязи собралось. И надо каждому экипажу, конечно, возить губку. Вот такую губку надо возить каждому экипажу, я забыл, и вот я стою в очереди, чтобы помыть. И Вова в очереди стоит. И все стоят в очереди. На прошлом стапеле потерял тряпку. Надо быстрее-быстрее, пока не бахнул дождь. Потому что он как бы мимо нас все проносится. Может быть, до нас и не дойдет. За ними. Красиво идем, красивыми лицами. Ну что, мы разместились. Плотненько. Здесь гермы по центру все. Ну, с мамой идем. Хорошо, сзади нет ряда сидений. Там прохорошо. Добрый путь, друзья. Добрый путь.